дороги, вот которые парк, мне все нравится, что они сделали. Все удобство и детям, всем. Но дороги тоже я часто не езжу, я стараюсь пешком ходить. Дороги велосипедистам очень неудобно ездить. Ну что еще? Вода грязная. Очень много железа. Жду это, когда нам построят набережную. Все обещают в планах города набережную на Эреляхе. Вот ждем этого момента. А так, в целом, могу сказать, что у нас хороший город и хорошие люди.